смотри, как ярко солнце светит. Облака по небу проплывают, чувствуешь, как нежно дует ветер, в волосах твоих он играет. Равный равному. Только так можно достучаться до сверстников, уверены волонтеры школы номер 157. О том, что выбрали здоровый образ жизни, они рассказывают товарищам по парте. Вредным привычкам здесь звучит решительное «нет». Свою работу волонтеры считают призванием. Добрые дела, говорят, высшее земное благо. Мы также начинаем с маленьких детей до старших. Наши ровесники, сверстники, они нас понимают, они нас поддерживают. И также мы все заодно, мы как одна большая семья. Вот, можно так сказать. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, потому что, наверное, это самое важное для молодого поколения. Это воспитывает наши качества. То есть мы отзывчивы, добрые становимся. И здоровый образ жизни, несомненно, самое важное для нас. И волонтерство тоже неотъемлемая часть. «Действуй во имя жизни» – открытый урок с таким названием каждый год проходит для самарских школьников во всех районах города. К ребятам, кроме волонтеров, приходят гости из Департамента образования и Центров семья. А специалисты из отдела по делам несовершеннолетних и прокуратуры объясняют, как придется по закону отвечать за пагубные привычки. Сегодня на учете в наркодиспансере стоят более 1000 молодых людей, которым нет 18. Согласно статистике, за последние 5 лет наркозависимых среди школьников стало вдвое меньше. Но если не заниматься профилактикой, показатели могут вновь вырасти. На антинаркотических встречах специалисты рассказывают, губительные пристрастия к алкоголю, табаку и дурманящим веществам ни к чему хорошему не приведут. А чтобы почувствовать себя счастливее, существует множество увлечений, которые помогут оставаться здоровыми и сильными. Здесь не убеждают и не навязывают, дают право выбора. Альтернативой негативным зависимостям всегда является спорт. В первую очередь мы пропагандируем, конечно, здоровый образ жизни через активные физические упражнения, через гимнастику, зарядку, увлечение тем или иным направлением массовых видов спорта, коллективных видов спорта. Ну и, естественно, просвещение. Просвещение в этом вопросе должно вестись со всех сторон. Мы делаем специальные семинары для педагогов, для медицинских работников, для классных руководителей, для родителей, чтобы они понимали, о чем идет речь, и тоже могли правильно рассказать и поговорить об этом со своими детьми. Со спортом ученики 157-й школы дружат. На уроках физкультуры 100% явка. Пробежать еще круг или в очередной раз сделать зарядку они только рады. Любимая игра у юных спортсменов – пионербол. Ловко поймать мяч и забить соперникам гол. Это они умеют на 5 с плюсом. Здесь уверены – залог здоровья, движение. И чтобы держать себя в форме, в школе созданы все условия. У нас много спартакиад, есть бассейны. Очень сильно ведем здоровый образ жизни. Большой хороший спортзал. Очень любим играть, через сетку кидаем мячи. Это дает нам силы, ловкость, сильные руки, радость, настроение поднимается. Упражнения на растяжку, силу и гибкость, свяжут ли эти ребята свою жизнь со спортом, неизвестно, но стойкими и выносливыми точно будут. Сами школьники говорят, на физкультуре они тренируют не только тело, но и ум. Быстрая реакция, внимательность, упорство и, как результат, высокая успеваемость по всем предметам. Ребята рассказывают, в спортзале они больше заряжаются, чем устают. Мне нравится спорт, точнее, когда я выхожу из физры. У меня начинает бодрость, счастливое настроение после того, как я выхожу. Больше силы прибавляется от физкультуры. Подъем душевный, но усталость, конечно, есть. Но как-то со временем это уже перестаешь чувствовать после физкультуры. Сама физическая нагрузка, она кровь разгоняет. То есть как для мозга, для тела полезно, и как для разума. Очень хочется здоровья, себя поддерживать в форме физической, хорошей. Мало ли какие ситуации могут быть, это всегда понадобится. Здоровый образ жизни – это не только спорт, но еще коллективная уборка на свежем воздухе. Для здешних волонтеров это обычная практика. Они постоянно участвуют в экологических акциях. Сейчас с ними пообщаемся. Привет! Здравствуйте! Как настроение? Настроение отличное. Мы тут убираемся, дышим свежим воздухом, и все хорошо, и мы помогаем школе. За чистотой на школьном дворе ученики следят пристально. Если настало время уборки, берут в руки грабли и лопаты и решительно встают на борьбу с мусором и опавшими листьями. Свежий воздух, да, разминаемся так, физкультура. Интересно, там, пообщаться с друзьями. У нас же, как бы, школа, потом уроки делаем, общаемся только в школе, а тут еще вот убираемся, общаемся там, разговариваем. Это же лучше, чем дома сидеть, ничего не делать. Ученики 157-й школы уверены, здоровый образ жизни – залог хорошей учебы, прекрасного настроения и личных успехов.